Тут еще более бешеные иксы. Зайди по ссылке и убедись. КС Горан, уля-ля, что за сайт? Ты ж 40 кг весишь. Ты что, дурак? Что с Леней? Около 3000 ножевых ранений у Лени в голове сейчас. Леня, сколько... Леня, ты здесь? Сколько тебе дырок в голове сделали? Я просто не помню, он писал. Еще, конечно, обидно то, что у Лёни на затылке слабые волосы оказались, и ему пришлось жопу её пересаживать. Это минус вайп, потому что на жопе меньше волос, жопа будет мёрзнуть. Ну а в целом в голове... голове и с рук, с очка волосы прирастутся. Как бы. Вы знали эту тему, что если с жопы пересаживать волосы, то они спокойно пересаживаются и перерастают? Вот у Лёни такая ситуация была из-за того, что у него слабые на затылке волосы. Не шутка, не шутка. Какое слабо волосы? У него слабка. На лоб ему пересаживали. Только есть один варик, то что, скорее всего, придется Лёне делать химическую завивку. Потому что, как правило, на жопе, так скажем, кудрявые волосы, а у Лёни прямые. И если ну, вот эти пересаженные сюда волосы, они будут виться и кудриться, вот именно вот в этом месте, поняли, куда он наделал? Тут будут кудряшки, именно челка такая, а тут прямые волосы, но это минус вайп. Поэтому придется ему химию делать, для того, чтобы плюс-минус на жопу быть похожим. Помаши на видео. Привет. Пиздец, да ну реально? Какой у тебя рост?